Привет! Привет от человека, который жаждет новой жизни, который хочет вырваться из унылой, однообразной рутины и организовать наконец-то жизнь, о которой мечтаешь. Сейчас много всяких роликов, в которых люди знают, как жить счастливо. И как будто понятны все шаги. Понятно, как сделать эту самую счастливую жизнь, но на практике как-то не получается. В который раз сижу и размышляю, в чем причина неудач на этом пути. Ясно, что не хватает энергии. А где взять эту энергию на каждый день? Вот и решила обратиться к тем, кто так же, как и я, хочет жить интересно и радостно. Здравствуйте, скажите, здравствуйте. Можно вам задать вопрос? Ну, давайте. Сама интересуюсь этим вопросом, сама для себя ищу этот ответ. Какой смысл жизни в нашем возрасте? Радоваться каждому дню, радоваться, наблюдать за каждым деревом, за каждым кустиком, видеть, что у нас в городе все чисто стало, все хорошо. У нас прекрасный губернатор, у нас прекрасный президент, я их всех поддерживаю. Я обожаю жизнь, я вижу только все в положительном ракурсе. Я люблю жизнь. А чему вы, где вы находите радости для себя? Где еще? Вот кроме того, что вы наблюдаете за всем, все это вам? Ну, я люблю. Нравится? Вот моя дочка идет. Ага, так. Я люблю внуков, я люблю дочку, я люблю сына, я всех люблю. Здравствуйте. Здравствуйте, я вот вашу маму записываю. А для себя, как вы еще вот что-то? Ну, дочку любите, внуков. Для меня, я люблю быть одинокой, мне нравится это, меня не напрягает это, я... Ну, что? Но вы слушаете музыку, ходите куда-то в театр, читаете. Нет, в театр не ходим, в кино не ходим, потому что это дорого. На концерты, на концерты ходим бесплатные в ДК «АвтоВАЗ». Вот сейчас в сентябре уже мы были. Нет, в августе были, в сентябре еще несколько раз. А вкусная еда вас привлекает? Я люблю поесть. А готовить? И готовлю сама. И люблю разные блюда, которые по телевизору или где-то в этих написаны. Обязательно надо испробовать все. Разнообразие должно быть. Ой, везде. Какие замечательные ответы. Спасибо вам.